Северском доме культуры ярко и красочно стартовал очный этап конкурса «Воспитатель года Кубани-2024». В этом году состязание принимает Северский район. Родина победителя – воспитатель года Кубани-2023, педагога-дефектолога Екатерины Краснояровой. Наша землячка показала высочайший уровень не только на краевом этапе, но и вошла в пятерку призеров конкурса «Воспитатель года России». В этом году за право выйти в финал состязались более 300 участников, но только 44 удалось попасть на краевой этап. Мы желаем вам сегодня успеха, удачи, конечно, получить положительный заряд эмоций. Среди вас будет победитель, который представит Краснодарский край на всероссийском конкурсе «Воспитатель России». Мы надеемся, что эти дни конкурсные испытания для вас пройдут легко и интересно. Закрытие конкурса и торжественное объявление победителя состоится 9 февраля в Афипском доме культуры. А пока участникам предстоит целая неделя испытаний, в которых нужно будет продемонстрировать свой профессионализм и уникальные авторские методики.